Приветствую, друзья! Продолжаем наше прохождение. Сделал я следующий 13-й ход. Как видите, Киевская Русь нас не жалеет. Не жалеет. Нападает, зараза. Превосходящими войсками на наш город Гродно. Мой подкреп не успел дойти, к сожалению. Вот. Никак. Ни тот, ни другой. Два подкрепа, но ни один не успел. Они нападают, но... Что, будем? Будем ломать компьютеру мозги. Вот. Ну и как-то пытаться защититься. Благо, конницы у меня много. У меня есть остатки отряда кнехтов. У меня есть здесь генерал Вейт фон Эшенбах. Ну и есть отряд наемников. Здесь, как видите, вот он, киевский стек. У них тоже есть, в принципе, конница. Два отряда. Некоторые коцные, как огнищане. Есть дружины, есть стрелки. Вообще у них довольно-таки много стрелков. Сами можете увидеть. Три отряда лукарей. Хреново куча метателей этих с улиц. Вот. Ну, думаю, будет интересно. Интересное побоище. Стандарт осадных орудий у них стандартный. Два тарана, лестница, башня. Ну что, поехали. Сегодня мы принесем кайзеру победу. В общем, будем пытаться что-то придумать. Ну или отсидеться. Нам, в принципе-то, нужен буквально, я не знаю, один ход подождать, подкреп придет, и мы уже будем гораздо сильнее, и нас уже не взять будет. Конечно, Киев, зараза та еще. Так, разворачиваем войсками, туман. Ну, вот я вижу здесь, в принципе, неплохо. Ох, как тут много стрелков, мать моя женщина. Значит, двумя отрядами бьем по центру на таран и башню. Один отряд мы сразу отделим, наверное, Гену. Гену, наверное. Или нет, или да, не знаю. Наверное, Гену все-таки кинем его на лестнице. Так... Значит, лучники пускай стоят, наверное, здесь. А вот все остальное будем убирать, друзья. Будем убирать. Вот. А можно как-то... Как-нибудь по-другому? Можно, нет? Спасибо. Вы сегодня такие добрые, слушайте. Просто я не знаю. Это какое-то чудо. На самом деле, вот этих ребят бы я в другое место засунул. По сути, там... Хер бы там они перенесутся. Ладно. Что у меня? У меня еще три отряда есть. Три отряда. Куда их? Ну, давайте где-нибудь вот здесь разместим. Да, если что, потом построим. Так, здесь у меня одна конница осталась. Так, вот этих вперед. Этих вот так. Лукари остались. Хотя пускай стоит. Ну и все. В принципе, я готов. Я готов. Выползаем, друзья. Выползаем. Значит, это вот так будет. Это будет вот так. А ты, значит, на лестнице должен попасть. Все. Давайте я вам вот так поставлю. Все. Летим, друзья, летим. Что из всего этого получится, я хз. Но я надеюсь, что-нибудь хорошее. Так, здесь, в принципе, вроде как мы сбили им. Все, сбили. Так, уходи. Ох, нас там карают, друзья. Лукарей-то у них хреново куча. Ой, а тут надо возвращаться, друзья. Тут надо возвращаться, чтобы покарать таран еще раз. Таран идет все равно.
Башню мы тормознули, лестницы мы тормознули, все тормознули. А вот таран нет. Вот, вот так, хорошо, хорошо, мать-перемать, уходим. Уходим, уходим, уходим. Ой, там метатели этих палок. Но это все, это... Они уже не уйдут. Они уже не уйдут. Так, кто здесь? Застрельщики. Твари. А, твари. Два отряда застрельщиков хотят нас покарать. Чудо может спасти Рейх от сволочи. Неминуемого поражения. Так, башня двигается, друзья. Таран вроде встал. Да, таран встал, башня двигается, хрен бы с ними. Так, здесь что? Здесь неплохо. Бежим дальше. Один отряд мы покарали, этих застрельщиков чертовых. Надо еще вот этих покарать. Отлично, минус 2 сделали. Шикос, шикос. Возвращаем сюда. Так. Я смотрю, вы самые умные, да? Сволочи. Хрен бы там это называется, хрен бы там. Так, возвращаемся. Возвращаемся и нападаем вновь на остатки этого отряда. И добиваем его. Отлично. Сейчас эти развернутся, в нас будут палить. 16 осталось рыл. Сволочи, сволочи, сволочи. Ну, в принципе, пока что все норм. Пока что все норм. Было бы неплохо, конечно, вот сюда им запиндюрить. Но чего нет, того нет. Так, давай сюда вот. Чаджик еще устроим по этим стрелкам. Им, в принципе, и так неплохо. 9 на 24. Сделали. Они приволокли осадную башню. Хорошо. Обороняйте стены. Это вот сейчас вот что это было сейчас, ребят? Это сейчас была какая-то имба. Непонятная мне совершенно. Вы это видели? Вон, бегите за ними. Вы это видели? Ну, я так понимаю, они успели кинуть. Они успели кинуть, и мне сейчас очень сильно повезло, что именно генерала не убили. Весь отряд остался. Было их там сколько? 14? Десятерых прям положили, прям там осталось буквально, блин, 3 шага сделать. И они их положили. Так, лучники практически уже откидали все. Так, ребятки, а вот как насчет вот сюда вот покидать? Не? Так, лукари. Лукари, пожалуй, надо их сюда вот отвезти. Смогем. Так. Как-то вот так вот сделаем. Готовимся. Свиньи захватили Махачу. Стены. На то они и свиньи, что ты хочешь. Так, у меня еще где-то конница должна быть. Да, у меня есть конница, давайте ее заведем в город. Так, что делает противник? Пока ни хрена не делает. Так, что у меня гены делают? Ген у меня тут насилует остатки застрельщиков убегающих. Но дело полезное. Что уж там. Няхай, няхай. Что это за постройка такая? Непонятно. Так, ну, что там? Противник застрял. Неплохо.
Это так сейчас стенку нам же здесь сломаешь. Ну, в принципе, неплохо. Если на половину сломанную стенку, а не здесь и башню, а не смог тогда использовать. Просто этот момент нужно заценить. Не пропустить, точнее. Чтобы до конца не сломать стенку. Даже по кому-то там попали. Жестоко, ребят. Жестоко. Ну что? А вы кто? Вы лучники. Лучники, лучники, а лучники? Я вас сюда послал, мать вашу понимать. Застряли, что ли? О, хорош попадание. О, это жестоко, ребят. Всем, кому нет 18, немедленно, немедленно выключите. Так, кто тут? Пешцы, пешцы. Кто-то проник к нам сюда. Во, это попадание, друзья, в саму башню. 62%. Ну что же, я предлагаю увеличить скорость до 2. Так, и, кстати, Гена, где ты там? Ты давай-ка вернись в город, пожалуй, вот сюда, вот, да? Все, пойдемте дальше наблюдать. 64 стена. Враг потерял половину армии. Опа, 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 ребят, стопы. Стоп. О-о-о-о, ребята, вот она фишечка-то. Фишечка-то вот она. Вы только поглядите. Они каким-то образом все сдохли сразу. Слушайте, ну это практически, я не знаю, это какой-то новый вид бага нашли. Потому что я такого, честно говоря, раньше не видел. Правда, честно говоря, повторяюсь, я из катапульта по башне раньше так не стрелял. Но мы ее не уничтожили, 62%, они все умерли. Причем даже те, кто не находился в башне. А как так-то? Ничего не понимаю. И здесь, в принципе, мы... Ну что, 64, немножко сломали стену, но... Ну ладно, я понимаю, эти умерли, типа там стена затряслась, и они все умерли, не выдержали такого. Но как вот эти все погибли, я не знаю, ребят, какая-то хрень произошла. 32% армии мы положили, и у противника осталось немножко пехоты, стрелометы и вся конница, 3 отряда. Так, и что делать? Копейщики 30 рыл. У этих значок он мигает. Ну-ка, давай-ка. Вот сюда еще жмякнем. Нам, по идее, сейчас неплохо было бы, наверное, даже выйти. И сразиться вот с этой шоблой. У них так, по идее, ничего и не осталось. Главная башня разрушена. Хо-хо-хо! Точное попадание. Мы, правда, не туда целились. Тем не менее, катапульта попала. Так, давайте увеличим время. Это круто, конечно. Смотрите, она не стреляет. А чё, ты не попадаешь, что ли? Или что у тебя? Я не понимаю. А если вот так сюда подвести? И прямой наводкой? Так, ну... Вопрос-то какой? Вопрос, выходить или не выходить, сражаться вот с этими? А это, блин, стрелки, между прочим. А тут у них орудие баллиста стоит. Так что, наверное, имеет смысл подождать. Блин, я даже не знаю, может сломать себе здесь проем?
Непонятно, почему у нас не хочет катапульт сюда стрелять. Приказ выполнен. Атаку, Айнкайза. Приказ выполнен. Чё ты крутишь-то её? Куда ты, Давай, прямой наводкой, мать-перемать. Неа. Хотя... Я даже зажимаю shift. Не отставить, залипание клавиш мне не надо. А, нет, это не так. Это мы сам отряд посылаем. Не. Как же так-то? Почему нет там? В общем, друзья, оказывается, собственные стены сломать нельзя. Получается так. На самом деле, это странно, что нельзя. Ну ладно. Шмаляй туда хоть. Давайте лучников подведем сюда вот. Здесь пускай эти ударят, этих троих. Здесь поставим. Ну или можно просто подождать, я не знаю. Как вариант. У нас где-то четверть боя только прошла. Ох! Ох, попало! Ох, попало, друзья. Минус баллиста. Круть. Ну, баллиста сегодня отожгла, конечно. Такое здоровское попадание. Мы выигрываем битву. Еще немного, и победа будет наша. Ну-ка все вперед, лучники, отставить стрельбу. Пускай они там... А вы что, выходите, что ли? Убегаете? Серьезно? Ребята, они убегают. Нам бы вот как-нибудь заманить бы конницу. Ох, накрытие, да? Так не убили никого. Ну я хз, как лучше сделать. Может, вы таран возьмете, реально? Не хотят они таран брать. Безобразники. Мне, конечно, побоище вообще, друзья. Вы гляньте, сколько народу у них. Непонятно, от чего сдохло там. Вот у них остался вот отряд копейщиков. Это что это с лестницей? Друзья, у нас привидение. А, ну это они типа ее схватили, да? Только заранее. Ну вы крутые, крутые. Базарнули. Давай ускорим. Вот это у вас же скач, ребята. Вот вас сплющит-то. Ничего, больше катапульты так ни разу не попало, да? Давай хоть тогда вот крупнее цель. Наведись. Может хоть в нее попадется. Но выходить, наверное, я не буду, ребят. Три отряда конницы, они мне снесут, да и боже. Лошадь одну убили. Эх, убили одну лошадь. Это кто там перед ними? Чувак с баллисты. Рубит воображаемых, ребят. Да. Глюкнуло здорово в этом бою. Так, ну все, баллиста отстреляла свое. Я даже не знаю. Ну не знаю. Куда-нибудь уйди сюда. Тоже сюда. Ну
Может, наоборот тогда сделать, слушайте? Может, тогда все-таки их принять? Только кем-то придется пожертвовать. В принципе, вот милиции ордена можно пожертвовать. Отряд! Охрана полководца. Так, эти пускай там стоят тогда. Ну, в принципе, все, да? Я не знаю, они... А чё мы выйти-то не можем, О, нормально. Всё, стопэ, стой. Чё вы на меня побежите, нет? Я здесь. Конница, атакуй меня, ворота открыты. Ну, они не хотят атаковать, очевидно, да? Кстати, тогда получается отображение убитых врагов неверное. У них осталось-то, по сути, 4 отряда. А все остальные сдохли. А показывают, что убит только 34%. Может, они оживут, я не знаю, может, они вот все эти, прилегли поспать. Ничего не ясно в этом новом году. Ладно, все. Тогда просто тупо дожидаемся конца этого боя и ни о чем другом не задумываемся. Ну, конечно, прикольно. Пишите ваши версии случившегося с этими товарищами. От чего они вообще как бы легли? Какие условия для этого надо соблюсти, если кто знает. Но это... Прикольный баг. Баг, да. Слушайте, так. Хопа, и все умерли. Нет, получается, ну просто вот стенку до 64 разбил и все. А они взяли и все умерли. Как так? От чего? Тут в основном они даже близко не были к месту события-то. Хз. Да уж. Чего, успокоились что ли с лестницы? Не, она вибрирует, она вибрирует. У них какие-то пляски с бубном походу. Модельки, конечно, классные. Этого не отнять. Отряд, марш! Отряд, марш! Ну, немножко осталось. Да, но нельзя сказать, что это прям вот совсем я за просто так лишил их тарановых оборудования. Считается, весь отряд кнехтов лег. Большая часть рыцарей легла. От генерала вообще ничего не осталось. Там мне просто тупо повезло, что самого Гена вот здесь не убили. Ну, конечно, там прям вот прям... Ну, не повезло, по-другому не скажешь. Там буквально до вражеского отряда уже и дистанции-то никакой не оставалось. Они уже практически в них были. Там, не знаю, метр зазора. И такой залп прилетает, что аж 10 скосило сразу. И
печально. Здесь не повезло, да. Но тем не менее, Гена успел за это время разбить два отряда. Во, все, истекло время. Успел разбить два отряда лукарей, плюс отряд, который вот лестницу тащил. Это неплохо. А сами мы потеряли. Конницу потеряли, да. Гена восстановится. Да. В общем, катапульт, друзья, в обязательном порядке в каждый город нашей великой страны. 470 человек мы убили. Ну, то есть, получается как? Получается, что все те, кто упал, они типа как бы считаются живыми, что ли? Потому что 470 это реально те самые 33%, которые мы убили. Стрёмно, конечно. Ну ладно. В общем, где-то что-то пошло не так. По-другому и не скажешь. О, шведы приплыли к Риге. Прелесть какая. Так, 300 монет. О, у меня деньги есть. Прелесть какая. Слушай, гены. Все понятно. 7500, да вы больные. 7500, где я вам рашу-то? Так, Венеция, Генуя, перемирие. Но мне это по барабану. Провал задания. Это надо было от совета задания захватить Дербт. Ну... сами понимаете, что я не могу так разрываться. Хорошо, денежка есть, мы в плюсе, это меня радует. Это меня радует, что у нас там по времени. Ну, еще поиграть немного можно. Подумаем пока что, что мы будем делать. Так, ну литовцы уже приготовили свой стек. Его по-хорошему надо убивать. Так, шведы. Шведы никого не везут. Это меня радует. Думаю, вы ошиблись. У Новгорода тоже здесь никого нет. Они вам, по-моему, купца, что ли, привезли. ХЗ. Так, а у меня здесь убийца. Убийца. Вот куда нового убийцу послать-то, а? Ну, вообще, к киевлянам надо идти. Мир вам, Казер. Что прикажете, так и Кайзер? Сделаем. Мне нужно за Кайза. Так, лазучик. Лазучик, лазучик. Ну, лазучик, в принципе, нормально стоит. Пускай стоит. Так. Каченый мой убийца. Убийца мой каченый. Вот кого бы где-нибудь убить бы, а? Девяносто процентов купца. Либо же попробую члена семьи Егайла из Любана уничтожить. 67%. Ну давайте, генерала, тем более член семьи. Это хорошая мысль. Справится ли он? Вот в чем вопрос. Фу, не сдох, хорошо. Блин, ассасина потерял. Эх ты! Кто вам мешает, Кайзер? Чудо в перьях. Иди купца, следующий ход убьем. Так, здесь вот купец у меня идет. Идет, хрен знает, куда он идет. Вот на эту хрень он идет. Уголь будет добывать. Беспонтовый вообще товарищ. Так, ладно. Что у меня еще-то есть? У меня еще есть священник один.
которого покусали волками. Вот, кстати, вот на заметку. Не понял. Мои деньги, суки. Ой, как я ненавижу волков. Сука. Ну, в любом случае, это лучше, чем отдавать 7500. Главное, если вы отказались от этого квеста, не юзайте полководцев. Юзайте какую-нибудь хрень, типа тех же самых священников, я не знаю. Потому что священнику минус 35 это фигня. А если перебирать полководцев, то кому-нибудь из них вот эта хрень выпадет и считается на 35% меньше хода. Его только уже наместником сажать. Короче, друзья, жопа. По-другому я это охарактеризовать никак не могу. Так, 70, да? 70, 70, один у меня уже стоит. Ну, в принципе, что, давайте. Сюда подведем. Так, подкреп. Аллилуйя, подкреп. Блин, денег вообще. У меня даже кнехты остались. Одно рыло. Прикольно. Прикольно. Готов служить. Ну вот моя армия, правда, напасть я не смогу. Но на следующий ход, если киевляне не убегут, я нападу. Если убегут, ну, наверное, будет какой-то смысл попытаться Вильнюс, может быть, взять. Хз, но тут надо... Блин, денег жалко, суки. Прямо ж зубами скреплю. Так, ладно. Приказывайте, кайзер. Иди сюда. Лошади. Лошади. У меня тут все лошади. Сколько вы стоите? 190 содержание. В общем, две лошади дай мне. А я не пойму, а лучники что, не создались, что ли? Или как? Как вас понять-то? Я же лукаря заказывал. Да ну точно заказывал, вы чё, ну? Сволочи. Или я как... Так, а ты чё у меня тут делаешь? А, я им смотрел же, зачем я его распустил, ну ладно. А, я им мятежников гонял. Точно вспомнил. Вот, что они делали. Забываю уже, что в промежутках между серией происходит. Не, а куда же у меня лучники-то делись? Я же заказывал лукарей. Что-то я никак вспомнить не могу. Или я их сюда отослал? Да, я их сюда отослал. Хотя нет. Они же были. Да, были. Бля, вот у меня... потеря памяти. В общем, смысл какой? Смысл, я хочу конницу перебросить хотя бы немножко в Ригу. Потому что здесь конница только сам член совета. Вот только сколько? Один отряд. Два отряда. Наверное, я еще вот этих арбалетчиков возьму. Все. Пиндуйте куда-нибудь вот сюда. Тут еще хрен выслежишься, все побережье в кораблях. Так, и у меня еще идет вот здесь есть товарищ. Для меня? Мудрое решение. Давай по-тихому идти. Так, с этим я уже базарил с Венецией. Мудрое решение. Ну-ка, имперский лазучик. О, дипломат! Дипломат. Нашел дипломата, друзья. К вашим услугам. Папской области, только. Только денег нету. Отношения у нас плохие. Давай хоть торговлю тогда для начала. До новых встреч. А дальше как-то что-то нужно делать мне. Я Кайзер. Сгоняем, наверное, в Гену и с ней торговлю заключим. С немцами я вроде как уже базарил.
Хотя можно я сперва кайзер. К немцам будет заглянуть. До утра. Слушайте, ну это все как-то плохо у нас выходит. Я хотел войск поднанять, где-нибудь что-нибудь заложить, построечку какую-нибудь. А вы смотрите, как оно, а? Они меня взяли и безбожно покарали. Ну разве ж можно так? Ладно, сохраняемся, делаем следующий 15-й ход. Про лазутчика забыл, ну что с ним. Да. Паланга расти прекратила. Ну я оттуда увел наместника вроде бы как. Вот она и прекратила расти. Кто-то умер. Интересно, кто? О, звезды растут на небосклоне. Опа! Вот у них махач там с венграми. Опаньки, а вы видите? А, это дороги построились. А вот это сейчас было интересно, ребят. Вот это сейчас было очень интересно. Так, Киев уходит. Киев уходит. Киев ушел. Ну, за ним гоняться смысла нету. А вот здесь где-то в лесу теперь сидит литовский такой полустек. И это шикарно, мы, наверное, им и будем заканчивать. Да вы смотрите, что они делают, они мой корабль там просто затесали. Начинается папская инквизиция. Это, кому интересно, на паузе можете ознакомиться. Новое задание. Совет. Цель. Рим. А что надо-то? Дипломатию просто? Да это вообще как два пальца. Асфальт. К вашим услугам. Мудрое решение. У вас есть предложение для рейха. Еще заодно и торговлю будет. Оп. Так, и теперь мне в Гену, пожалуйста. Кайзер. А вот он и Гену. Мудрое решение. Ну, хрен с ним, здесь постоим. Задание выполнено. Правда, лучше бы они мне дали бы денег. Ну, дали два отряда пусской конницы. Как бы и смысл, что я и вел вот этих туда. Ну ладно, мы тогда эти два отряда давайте в Гродно, что ли, пошлем. Продолжим путь завтра. Я. А вот я корабль, я даже не знаю, он у нас застрял. Его поляки он преследуют, зараза. Своим врагом? Хотите нас прогнать? Попробуйте. Так, с Венецией ухудшились отношения. Чему-то там. Война. Турок с Хорезмом. Франция, союз с Генуей. Обнаружен лазутчик польский, и он сдох. Потому что если он не сдох, сейчас бы здесь общественный порядок был бы хреновый. Но это меня все радует, конечно. Лесорубка в Гродно. Ну, потрясающе. Так, сразу здесь по войскам. Что? Можем восстановить рыцарей. Чё, и всё? 929 золота? Да вы охренеете. Ну, может, тогда лучше восстановить два вот этих отряда. И еще поднанять, например, лукарей. Да, мне кажется, это будет лучше. Так, здесь что-нибудь можно сделать? Вообще много чего можно сделать. Но первым делом наш лазутчик. Вот он, зараза. И что мы здесь видим? Генерал Бутвидас из Укмерги. С ним балтийские копейщики. Числом 4 отряда. 2.11. Также 2 отряда литовских метателей из Сулиц. С десяткой ближний бой. Плюс литовские лучники еще отряд. Совсем немного кавалерии и сынов знати. 7-10. Дальний бой. Ох, ребята, слушай, мощные. Хорошо, что их мало. Но и Гена.
Гену было бы шикарно убить, назовите, но я врага до него не дотянусь. Кто вам мешает, Кайзер? А этот, он не обученный. И кто же враг Рейха? 66%, ё-моё. Ну давай рискнем. Он первый раз на задании, поэтому такой процент маленький. Ну, слава яйцам, получилось. Начался кач второго нашего убийцы. Это здорово. Что у нас тут по религии? 74% качнули, хорошо. А вот здесь... Куда он ушел, что ли? Зараза. Ликвидируем негодяя. Отлично. Сдохни. Сдохни. Качнули. Вернули себя ассасина. Хорошо. Так, как мне лучше поступить там? Наверное, вот так давай пройди. Быстро и бесшумно. Мне нужно затаиться до утра. Я, Кайзер. Я. Так, главное не упускать из внимания вот этих засранцев, они здесь уже полный стек набрали. И вполне могут на следующий ход в Ригу сунуться. Но здесь очень вовремя мы получили два отряда прусской конницы. Так что взять нас за жабры будет непросто. Так, ну что там по времени? 40 минут? Тогда я, друзья, наверное, оставлю на следующий ход, на следующую серию. Это сражение. Прямо с него и начнем. Друзья, ставьте лайков, пишите комментосы и подписывайтесь на канал. Всем хорошего и удачки.